Здравствуйте, друзья мои, с вами Юлия Абермайер, и это видео для тех, кто в школе занимается по учебнику «Звездный английский» и у кого к нему есть сборник грамматических упражнений. Открывайте, пожалуйста, страницу 6, будем делать номер 10. Нам необходимо заменить краткую форму на полную. Вверху я вам вывела правила. I am заменяем на I'm. He is – his. She is – she's. It is – it's. We are – we're. You are – your. They are – their. Первое предложение нам дано в качестве примера. They are my sisters. Они мои сестры. И полная форма. They are my sisters. Перевод будет таким же. Они мои сестры. It's my best nose. Это мой лучший нос. It is my best nose. He's my best friend. Он мой лучший друг. He is my best friend. She's my mommy. Она моя мама. She is my mommy. We are in the garden. Мы в саду. We are in the garden. I am from Dmitrov. Я из Дмитрова. I am from Dmitrov. You are in the living room. Вы в гостиной. You are in the living room. Ну вот и все упражнение, друзья мои. Я надеюсь, что вы все поняли и вопросов у вас не осталось. Ну а легко и быстро выучить новые слова вам поможет новое приложение «Английский второй класс». Скачивайте его, выбирайте свой учебник, далее выбирайте юнит, главу или урок и начинайте учить слова. Вы можете выбрать свой темп или превратить список слов в видео с прекрасными картинками и четким произношением. Далее можно начинать тестирование. Выбирайте один из 5 тестов разного уровня и сложности и прокачивайте написание слов, перевод и аудирование. Ничего лишнего, только то, что есть в вашем учебнике. Прекрасный помощник школьнику. Скорее скачивайте. Ссылки я вам оставлю и в видео, и в описании. Учите язык с удовольствием. Вам в этом поможет приложение «Английский второй класс». Ну а с вами была Юлия Абермайер. До новых встреч!